Идея создания познавательного журнала для детей появилась у учителя английского языка Видновской школы номер 2 Александры Радченко около 2 лет назад. По натуре она человек творческий, а так как ее жизнь, кроме преподавательского опыта, была связана с журналистикой, то проект был успешно реализован. Вопрос популяризации чтения, она очень важна, и все учителя, особенно учителя начальной школы, они сталкиваются с этой проблемой, когда сейчас все перемены, дети в телефонах, да не дома в телефонах, они играют, а чтение – это все, это грамотность, это развитие, это интеллект, это эрудиция. Все материалы журнала, получившего название «Лоскутики», Александра Владимировна пишет сама, а помогает в визуальном оформлении тоже учитель и художник Наталья Ушкова. Нашли друг друга они через знакомых. Создателей журнала объединила любовь к детям и желание творить. Мне очень нравится иллюстрировать именно этот детский журнал, потому что я сама возвращаюсь в детство. И каждый новая рубрика, каждая новая история Александры. Я ее сама с трепетом очень жду. В журнале есть как развивающие рубрики, так и развлекательные. Рассчитан он на детей младшего школьного возраста. Первыми читателями стали ученики Александры Владимировны, которым издание очень понравилось, и они стали делиться впечатлениями со своими друзьями из других школ. Они удивляются иногда, то, что наш учитель сама создает журналы. Вот у них в классе такой дружбы, как у нас, нету. Мне было интересно, про что там будет, как это будет происходить. Я вот пока вот прочитала небольшие странички, мне очень понравилось. В нем есть разные творческие занятия, также есть кроссворды. Есть во втором выпуске, там появилось даже какие-то задания, связанные с едой. Это очень интересно. В настоящее время уже вышло 2 номера журнала. Несмотря на то, что на создание уходит все свободное время, Александра Владимировна счастлива, так как она по-настоящему живет своим детищем. В рамках планов по развитию издания началось сотрудничество с детской библиотекой. Приятно была удивлена, потому что, взяв в руки журнал, он ничем не отличается ни по качеству, ни по содержанию от, так сказать, детских центральных журналов, таких как «Мурзилка», «Веселые картинки». То есть вот он наполнен ярко, интересно. Сейчас к выходу готовится 3-й номер. Стоит отметить, что на журнал «Лоскутики» можно подписаться через Почту России. Авторы издания считают, что их творение могло бы стать хорошим дополнением к учебной программе начальных классов в школах Ленинского городского округа. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.